Эта горячая закуска подается со сметаной, простое, бюджетное, но сказочно вкусное горячее украинское блюдо. Львовские цибульники готовятся с добавлением манной крупы, что придает им пышность и нежную текстуру. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Приготовим продукты для цибульников. Сметана нужна для подачи блюда, в тесте ее не будет. 2. Режем максимально мелко репчатый лук. 3. Хорошо солим, руками придавливая, чтобы лук пустил сок и стал мягче. 4. Добавляем яйца и манную крупу, оставляем на 10 минут, чтобы манка немного размякла. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Затем добавляем муку, можно добавить щепотку соды для пышности. 6. Тесто для цибульников готово. 7. Разогреваем масло на сковороде, ложкой выкладываем как на оладьи, жарим до корочки. 8. Жарим на другой стороне. 9. Цибульники львовские готовы, подаем со сметаной, приятного! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Лук репчатый, 4 штуки. Яйца, 3 штуки. Манная крупа, 2 столовые ложки. Мука, 2-3 столовые ложек. Соль, перец черный, по вкусу. Масло для жарки, 50 мл. Сметана, 100 мл, для подачи. Количество порций, 3-4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Пока-пока.